Всем привет! Сейчас находимся в Вьетнаме. Зашла в супермаркет снять цены. Значит, лимонад 4,52 донга. Здесь какие-то по 14. Кола 11. Вода 16, супы 17. Так, значит, чай. Тут какие-то двойные цены, не пойму. 39, 45. Каркаде, наверное. Дурима 87. Наверное, конфеты или сушеные, не пойму, что это есть там. Значит, чай в пачках 32. Есть по 18. По 10 есть. Так, что тут еще есть-то? Вьетнамское, не знаю, что это есть. А, это кофе вместе с кружечкой заваривать. 42. 68 левак арабика. Ну, 68 это вообще дешево. 82 таких пачек. Вот левак по 62. Это какие-то сушеные. Сушеные по 88. Что это за сушеные? Рыбки по 80. Так, орешки 125. Вот эти вот вкусные орешки 98, 85, микадами. И вьетнамская очень хорошая, 10 стоит. Ну, здесь разные печеньки. 38, 40, 14. Кексики 35. Идем к спиртному. Сейчас посмотрим, что тут из спиртных. Так, ром от 43. 43. Ром 56. 72, 79. Вина дорогие. 470. Один этап, который... По карте 290. Хорошо, мы ну, а здесь мыло разное. Шампуни. Так, что тут есть такое вьетнамское-то? Вот что-то 65. Что это? Кто его знает? Маски 20. По 10. Ну, это по 30 рублей. Умножать все на 3 надо. По 10 маски. По 10. Детские вещи. Маленькие. 120. Рубашечки такие. 80. Сарафанчики. Купальники 210. Так, вроде бы все. Так, ну все. Всем пока. До следующих видео.